Если вы хотите, чтобы углы у вас были запилены вот именно вот так, и заглушки были вот так, нужно брать только дюрополимер, дюропластик, МДФ, плинтус. Вот такие материалы, только такие, запиливаются под 45 градусов. Потом склеиваются двухкомпонентным клеем. И это будет выглядеть вот так. Без заглушек, без всяких дополнительных комплектующих. И все. Это вот пластиковый плинтус. Вот у них есть заглушки, углы внутренние, наружные соединения. Но опять же, его плюс, он дешевле и сглаживает неровные стены. И все. Но это уже не совсем как бы сейчас актуально в плане дизайна, в плане мода, в плане современности. Сейчас, конечно, вот такие вещи ставятся. Это соответствует сегодняшнему дню. Любой МДФ, белый, цветной, по высоте, по толщине. В общем, вот так все делается красиво.